И всем привет, ребята, с вами Костиктопчик, и в данном видеоролике я хочу повторить все превьюшки Lumber Tycoon 2. Какие превьюшки вы сейчас видите на своих экранах. Итак, как я буду их повторять? Я буду делать скрины из Lumber Tycoon 2, из превьюшек, и вставлять их в Photoshop. Все там мастерить, делать, и получится превьюшка. Ну а мы приступаем. Итак, первое, что я хочу повторить, это такую картинку, которую вы сейчас видите на своих экранах. Что мне для этого надо? Мне нужен вот это. Ставим мы вот сюда. Ладно, короче, сделаю вот так вот. Итак. Скрин у нас есть. Вот я уже подкатил отдельную такую штучку. Вот это мы удаляем. И вот это мы сверху. Что у нас остается? Ну, во-первых, я бы лучше бы убрал вот это. Приблизить картинку. Это мы можем легко исправить. Вот так вот делаем. Боже. Получилось даже, кстати говоря, неплохо. Что нам остается делать дальше, это сделать картинку чутка больше. Вот эту картинку мы делаем сейчас чутка больше. Она немного у нас размытая, но в принципе ничего такого. Нам надо немножко тут ее сделать тень. Получилось у нас оригинал. Мы эту фотку сохраняем. Все сохранили. Первая фотка у нас есть. Идем ко второй. Создаем новый документ. И сразу перетаскиваем вот это вот, вот сюда. Вторую сейчас фотку вы сейчас увидите на своих экранах. Но я теперь погляжу сам. То есть нам надо пойти сейчас на гору и сделать вот такой снимок. Давайте и так и сделаем. Сейчас у нас, конечно, ночь. Но мы все равно поедем. Итак. В принципе, я сделал фотку. Можем теперь мы загрузить ее вот сюда. Получился у нас вот такой. Делаем вот так и приближаем ее. Фотка выглядит у нас примерно вот так вот. То есть нам надо сделать так, чтобы мы до ног... Ну, примерно вот так вот. Давайте сейчас посмотрим. Ну да, примерно где-то вот так вот. Не, ну конечно надо, и можем немножечко мы... Вот. Все, фотка получилась у нас идеальной. Смотрим, как у нас выглядит вот тут вот. Ну все, в принципе, фотку, в принципе, практически сделали. Так вот подровняем. Все, фотку мы сделали. Вот такая у нас фотка получилась. Тоже мы ее сохраняем. Теперь мы делаем последнюю фотку, которую вы сейчас видите на своих экранах. Да, и вот можно сказать, это самая сложная работа, которую я буду делать. Ну а мы погнали, сейчас загружу свой слот. И мы поедем в зиму. Интересный факт. Про снегоход добавили эффекты, потому что когда я раньше катался на этом снегоходе, эффектов не было. Прикольно. Короче, вот так вот у меня получилось. Делаем и вставляем новый документ. Вот так вот у нас получилось. Смотрим на оригинал. Угу. Теперь мы должны это чутка приблизить. В принципе, неплохо. Но все еще не хватает изюминки. Вот так вот. И немножечко ниже.
Не, немножечко надо. Итак, спонсор этого видео — это магазин Джо. Здесь вы можете купить базы, деньги. И да, почему я рекламирую этот сервис? Потому что здесь выгодные цены, и тут хороший овнер, и тут хорошие отзывы. Советую всем этот магазин. А по промокоду Косик Абоба 20 вы сможете получить скидку 10% к первой покупке. Всем советую этот Discord сервер. Ссылка будет в описании. Удалить. Вот такая у нас получилась картина. Самое главное, нам надо это вот поставить вот сюда. Тут у нас выглядит вот так вот. И все. Мы, в принципе, сделали все фотки. Сохраняем файл. И я хочу вам показать, что у меня получилось. Надеюсь, тебе понравился этот видеоролик, потому что я старался над ним где-то 2-3 часа. Надеюсь, ты поставишь лайк, подпишешься на канал. Ну а с вами был Костик Топчик, а нет. Подписывайтесь на мой Discord сервер. Ну а с вами был Костик Топчик. Всем пока и всем удачи.